Аварийно-спасательные работы на месте столкновения поезда и грузовика на Кубани завершены. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта полностью восстановлено. А пассажирский поезд, который следовал по маршруту Минск-Адлер, отправлен. Авария произошла сегодня утром на железнодорожном переезде в районе хутора Беднягина. Столкнулись поезд и грузовик. По предварительным данным, в происшествии виноват водитель КамАЗа. Фура выехала на пути перед пассажирским составом на красный сигнал светофора. 4 человека получили травмы и были госпитализированы. В их числе водитель КамАЗа и машинист. Была развернута оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Организованы все необходимые информационные взаимодействия. Ситуация находится на контроле СУПШ главного управления России по Краснодарскому краю. В результате происшествия, к сожалению, есть пострадавшие, доставлены каретами скорой помощи в районную больницу. Было повреждение контактной линии. Предварительно были задержаны поезда номер 301 и 355. На 7 часов 40 минут движение было восстановлено.